Кадзима, вы со мной? Скажите мне, все в порядке? Нормально я перешел или как? Скажите мне, я эту игру не настраивал там по всяким там, в смысле, по звуку там, по... Мне кажется, звук надо чуть потише сделать. Да или нет? Звуковые инструкции. Это все настройки звука. Все норм. Ребят, вы мне там какие-то вопросы задавали. Если вам не трудно, задайте их еще раз. Я, к сожалению, пропустил, и мне пришлось обновить Twitch, чтобы видеть нормально все. Короче, параметры звука нифига не настраиваются. Ладно, скажите, да, нормально ли я звучу? Игра не громко ли игра и все нормально ли? Я знаю. Вот. Мне понравилась игра, то есть я не так далеко прошел, то есть, ну, немного. Вот. Но игра мне понравилась, в принципе, она интересная, разнообразная. Вот. Хороший стелс, экшен. Хорошая, интересная. Ну, как обычно, там, японцы, все дела, там, то есть, наркомания, как бы, все на месте. Я уже привык. Я уже привык к этому стилю. Тут где-то песик был. Песик. В общем, мы нашли песика, и он еще маленький. Он еще щенок. В общем, это наша главная база. Мы, в общем, глава, как бы вам объяснить? Ну, некой организации наемников, типа частной военной организации, типа того. Это наша база на бывшей нефтяной платформе. Ну, все круто, все как положено, да, только чем-то мы в крови. Вот. Ну, неважно. Пойдем мы на задание. А, нет, сначала надо вызвать вертолет. Да, сначала вызовем вертолет себе. Мы крутые ребята, у нас есть свой вертолет. Все как положено. Если кому-то интересно, то Молчунью я уже захватил. Она сейчас лежит в своей камере, отдыхает. Вот. Молчунья, чтобы кто-нибудь, ну, кто не знает, это девушка такая в купальничке, в рваных колготках, на которую многие делали косплей. Ну, как многие. Оникс сделала точно, у нее потрясающий косплей. На... Все, полетели. Полетели. Вот, Оникс потрясающий косплей на Молчунью, мне очень нравится. Всем нравится, я думаю. Там был какой-то вопрос про косплей, если вам не трудно, продублируйте его еще раз. Я увидел просто слово косплей и все. Если поблизости есть враги, вы услышите характерную зловещую музыку. Чему я научился благодаря косплею? Да много чему на самом деле. Ну, как бы, как сказать, я бы даже вот сказать не научился, а улучшил свои некоторые качества. То есть, например, качество актерской игры, качество, не знаю, там... Ну, что-то пришить, что-то скрафтить. То есть я до этого мог, умел, но когда стал заниматься косплеем, стало это, то есть, ну, улучшил свои показатели, свои качества. Да, давайте начнем, я думаю, с побочных каких-нибудь заданий, чтобы вы поняли вообще, о чем игра. Эвакуация заблудшей овечки. Понятно. Вот. Ладно, хорошо. Погнали в Афганистан. Так, это у нас лобби перед заданием. Перед каждым заданием есть лобби, в котором можно выбрать себе всяких ништяков. Да, видите, у нас здесь тоже есть лошадь. У нас здесь есть своя плотва. Так, выбор персонажа.
А, мы в принципе. Вот, можно вот эту. Вот эту вот. Одежку. Транспорта никакого нет. Зато есть D-Horse. Прям, ну не плотва, но D-Horse. Мы ее, видите, одели красивую одежку. Так, ну лучше всего вечером деплоиться, потому что ночью... В общем, чтобы вы понимали, здесь стелс очень-очень-очень-очень подробно продуман. То есть здесь есть, не знаю, там патрули меняются, когда рассвет наступает. Там, я не знаю, фонари там, кто, ну, куда светят. То есть противники видят тебя из очень большого расстояния. Ночью лучше тебе как бы, ну, проникать куда-то, днем ты более заметен. То есть тут эти все фишечки, они сделаны. Но тем не менее есть типичные японские штуки там. Ну, сейчас вы их увидите, некоторые такие немного наркоманские, но прикольные. Вот. И каждая миссия примерно начинается вот с этого, с того, что мы высаживаемся на вертолете. Вот, здесь нет ничего особенного. Все нормально, все в порядке. Просто залетели в Афганистан. Еще один поганый день в Афганистане. И ведь там прокляты мои раки. Лошадка нас уже ждет. Так, надо свериться с картой. А что нам надо сделать-то? Я даже не посмотрел. Ой. Бедолага. Что бедолага? Короче, надо что-то сделать. Надо, видимо, кого-то надо спасти. Ладно, разберемся. Разберемся по ходу. Вперед, плотва! Ой, это не та игра.
Okay, subject is in. В принципе, мы выполнили миссию. Надо бы посмотреть, может, у них тут есть. И вот еще, ну, чтобы кто не знает вдруг, что за игра. Блин, сейчас правит тревогу поднимут. Здесь можно выполнить часть миссии, можно выполнить всю. То есть, ну, как бы, тебя никто не заставляет, там, не знаю, выполнять все точки. Я могу посмотреть, например, у них наверняка есть ПВОшка на базе. Если я ее взорву, мне откроются новые места для деплоя на вертолете. Может быть, еще что-то там можно найти у них на базе. В принципе, можно полазить, посмотреть. Но они уже там тревогу подняли, поэтому я не хочу. Надо вызвать вертолет и сваливать отсюда. Roger. Вперед, Платва! Та-та-та-там-там-там-там-та-та-ра-та-рам. Ну, то есть это побочные задания, они выполняются достаточно просто. Вертолет! Где вертолет? Все, никто нас не видел, никто не слышал. По-моему, отличная музыка на вечер. Лошадку забрали. Ну что, как вам, этот бородатый мужик вам больше нравится, чем Геральт, или наоборот? Old school, прям то, что надо. Давайте, не откладывая в долгий ящик, еще какие-нибудь побочные задания повыполняем. Захват. О, я вот это вот задание пытался выполнять, и так до него не доехал. Я ехал, и меня вот здесь вот в руинах, меня молчунья как прижало, и я, в общем, забыл я про все это дело. Можно, конечно, попробовать. Там нужно что-то выкрасть, какие-то данные, по-моему. Ну, действие игры, насколько я понимаю, происходит в 80-х, поэтому для игры эта музыка как раз-таки самое то, что вот надо. То, что как доктор прописал. Неплохо, да? Нормально? Пойдет? Но он же без глаз, он как Ник Фьюри, да? Или седовласый круче. И на самом деле игра очень разнообразная, то есть много всяких, не знаю, всяких разных штук, кастомизации, там, вариантов. Я мог ворваться на эту базу, там, не знаю, попробовать всех расстрелять, наделать шуму и свалить. Мог вызвать вертолет поддержки, он бы там всех пострелял. Ну, то есть всякое может быть.
всякие варианты действия. Это круто. Круто то, что тебя никто не ограничивает. Вот это самое. Это, наверное, самая главная фишка игры. Ну, Кодзима, Кодзима гений, что тут. Мне так нравятся очки у лошадки. Смотрите, какие классные. Так. Мне надо поставить метку. А потом. Так. Я могу тут вот выехать? А, ну я же правильно еду, да? А, да, насколько я понимаю, мир бесшовный, но я пытался как бы... Ну вот, в принципе, я вот могу поехать куда угодно, то есть здесь типа Афганистан, все дела. Вот, но, по-моему, еще будут открываться другие локации. Ну, конечно, управление лошадью здесь посложнее. Но, опять же, лошадь — это один из многих компаньонов, с которыми ты можешь быть. То есть, там, скоро пес у меня добавится, когда подрастет. Молчунья тоже, когда она там отсидит свой положенный срок на голдфлахте. Кстати, по поводу... Тут можно управлять главной базой. Вот, смотрите, разработка нового оружия. Ну, вот, например. У меня пистолет можно... Разве и это... исследовать. Новый прибор ночного видения, хотя я им не пользуюсь. Нет, не нужна мне доставка. Дымовая граната, кстати, надо было... Я вчера еще думал, что надо ее сделать. Какие-то дробовики. Зачем мне ваши дробовики? Вот. То есть здесь можно улучшать, все тут делать, всякие штуки, управление персоналом. Что у нас здесь? Смертельное ранение. А что с ним? Лечите его давайте, или он умер. Я могу тут срезать, да? Я не хочу с ними иметь дел никаких. Я не хочу иметь с ними дел никаких. Вот, здесь ты улучшаешь там отдел разведки. Там у тебя на карте больше всяких штук появляется. Ух ты ж, сколько вас тут. И вон там еще один. Я могу как-нибудь проскочить мимо них? Я не хочу с ними цепляться. Я такой беспалевный. Вот, здесь можно искать всякие штуки. Вот, например, мне... Я не знаю, как, кто как, а мне очень хочется найти все кассеты с музыкой. Кстати, музыка. Я, по-моему, всем музыка понравилась. Вот. И у меня мало музыки еще найдено, как вы видите. Но можно найти все кассеты, там огромный список музыки. Все это будет, и будет круто. Вот. Например, мне хочется находить музыку. Здесь можно находить всякие алмазы, там всякие штуки, плакаты можно находить. То есть, ну, много всякого. То есть заняться в игре есть чем, это круто. То есть игра не скучная. Вот. Много разнообразностей всяких. Можно, я думаю, вызвать лошадку. Лошадка. Игра почти не поменялась, да? Что там на лошади скакали, что тут. Ха-ха.
под музычку так прикольно это выглядит. Че, он тут не залезет, да? Обнови. Блин, опять блокпост. Могу я его объехать? Где враги? Я никого не вижу. Да, если тормозит, обновляйте, я думаю, это Twitch, потому что у меня все нормально. Не, Twitch у меня вообще не показывает, если честно, но я имею в виду, у меня нормально все с игрой. Это не игра, это что-то у вас там. Здесь еще один блокпост, да что такое? Я так ловко обскочу этот блокпост. Бесполезный какой-то у них блокпост, который можно объехать. Ну, не на машине, конечно, на лошади, но все равно. Почти добрались мы. Почти добрались. Я так понял, мы на электростанцию скачем. И там нужно что-то выкрасть. Какие-то данные. Так, мне бы забраться повыше и оценить вообще ситуацию. Ой. Так. Так, что у нас тут, как дела обстоят? Что-то я никого не вижу. А, вот раз. Тут тоже вроде никого. О, кстати, вот здесь неплохо можно пробраться. По-хитрому, да? Какая музычка, а? О, это ПВОшка. Ее можно взорвать потом. Машина. Машина. Кстати, я так понял, здесь постоянно ездят машины, и можно по-хитрому пробраться в машину, и как бы она тебя провезет вон, в кузов, типа, забраться, и она тебя довезет, типа, куда надо. Ну, то есть, как бы на базу к противнику. Вот, смотрите, вот у нас, да, электростанция, то есть, вариантов попадания на нее абсолютно, вот, сколько хочешь, столько и будет. То есть, это зависит только от твоей фантазии. Все ограничивает только ваша фантазия. Ладно, я надеюсь.
Что-то я мало врагов увидел. Странно, это очень странно. Слишком мало. Это вызывает подозрения. Видите, как в Ведьмаке можно собирать травушки. Все как в Ведьмаке. Вообще крутая музыка.
Вызови вертолет. Блин, сейчас сюда приедут. А нам это что? Нам это не нужно. Она сейчас заберет вертолет. Мы ведь молодцы. Где вертолет? У меня начинается паника. Где мой вертолет? Вертолет, забери меня. А, вон он. Ой, песчаная буря. Может, не надо? Может, не, вот как-то не вовремя? Откуда вы взялись? Ну офигеть теперь. И что теперь делать? Ждать, что ли, пока буря разэтывается? А мне тут пока чем заниматься? О, я могу посидеть в коробке. Коробочка. Да, когда вы в этой коробке и не двигаетесь, противники вас не видят. Как бы это забавно ни... Мы такие беспалевные. Можно в коробке залезть? Ладно, полетели. Да полетели уже. Коробочка! Прости, коробочка. Мы оставили тебя. Да, да, был косплей в коробке, чувак делал. Было круто. Чувак прям брал. Ну, как бы был у него полностью косплей, но и коробка была. И он ходил иногда в коробке. Так, что у нас тут еще есть? Какие у нас побочные задания есть? Эвакуация заблудшей овечки. Ну ладно, посмотрим. Тут мы более качественные, да, выбрать. Почему-то снайперка у меня как была отстойная, так и осталась. Нет, надо сначала что-нибудь... Коробку девушек звал. Молодец. Нет, здесь что-то ничего нету. А, руководство базой. Что-то я тут ничего не могу построить нового. Мне нужно больше людей это эвакуировать на шариках, чтобы все было хорошо.
попробуем утром. Ну, просто, чтобы показать вам не ночной Афганистан. Просто утром. Точнее, дневной Афганистан покажу вам. Круто сделаны эти все высадки, вот это вот. Может быть, со временем это будет надоедать, но люблю вот эти вот всякие, чтобы со стилем все было так круто. Можно воспользоваться тем, что мы на вертолете и быстренько. Хотя у нас вот эта и так точка тут хорошая. Так, что у нас тут? А я, по-моему, тут всех уже это... А, понятно, они возвращаются. Я понял. Танк. В общем, это какая-то деревенька. Мы там нашли пока только одного солдата. А, вот второй. И нам нужно найти... Нам нужно найти кого-то... Кого отсюда нужно эвакуировать? Только я не понимаю, кого. Ребята приехали. Можно, кстати, круто устроить всю миссию. Нет, не знаю, так не получится, наверное. О, я там кого-то увидел. Можно взять чувака, хитро залезть в машину и уехать. А потом водителя, короче, хлопнуть, потому что он уже не нужен. Хитрый план. Но нет, так не выйдет. Я не настолько хорош. Не настолько я хорош. Ой-о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 й. Меня заметили. Так, этого пометили. Блин, а как же мне к ним пробраться-то? Они будут отворачиваться или нет? Этот вроде отвернулся. Я не смогу на таком расстоянии выстрелить. А, вот, отвернулся. Молодец. Вот это было хорошо. Я хотел его допросить. Теперь не выйдет. Подстава.
Теперь придется кого-то еще допрашивать. А, комары, откуда? Осень на дворе, какие комары? Ой-ой-ой, вон тут прям один стоит. Ага, значит тот заметил, а этот ближний не заметил, да? Да ну не бывает такого. Как бы мне... А. Можно обойти. Теперь бы его допросить как-нибудь. Было бы неплохо. Откуда? Блин. А он вернется? Опять же, вот не как в стандартных стелс-экшенах, то есть здесь могут маршруты у противников не повторяться, то есть, ну, они могут не ходить по одному и тому же маршруту постоянно, и это как бы, ну, опять реалистичность, все дела. Очень круто сделано. Да, я, конечно, попёрся днем сюда. Ну ладно. Ничего уже не поделаешь. Блин, он прямо в мою сторону смотрит. Отвернись. Отвернись. Молодец. Ой, нет, нифига не молодец. Вот теперь молодец. Ладно. Ну, хоть что-то мы от него получили. Subject on board. Leave the rest to us. Давай, иди сюда. Тут же что-то подозрительное. Давай, подходи. Ну давай, родной. Вот, молодец. Чё-то ты как-то хитро пошел. Эй, смотри! Нет, не делай этого! Вот так. Молодец. Ой, ну ладно. Я хотел его еще допросить, ну ладно. Так. Так где же у нас... А, вот этот солдат. Вот его нужно эвакуировать, да? Я так понимаю.
Я сейчас в наглую сейчас через всех пройду. Спрятались. Меня там кто-то заметил. Видимо, он меня заметил. Сейчас мы вот так вот хитренько проникнем. Он шлепает, как этот. Блин, здесь нельзя вылезать. Полетел. То есть, ну, мы эвакуируем элитных бойцов, они нам, то есть, они становятся частью нашей армии. И все такое. Или нет, или я что-то не то выполнил. Задание. Серьезно, прям? Я думал, это иносказательный смысл. Серьезно, овцу? Прям настоящую овцу? В смысле? Не, ну я видел тут одну овцу. Я думал, это образное выражение. Это как это, как у Ведьмака со сковородкой задание. Не, ну, я видел там одну овцу, но... Вдруг это не она. Я уже не помню, где я ее видел. Я ее видел еще, когда только заходил. Где-то вот тут она была. Вот. Ау! Не бодайся! Серьезно? Овцу! Настоящую! О! Окей. Сейчас у нас надо вертолет. Мы все это делали ради овцы. Вы понимаете? Овцы. Животного. Да, это вот такие могут быть тут миссии. Ну что, у нас время уже, я думаю, позднее. Сейчас мы на базу улетим. И буду я уже... Наверное. Ну, сейчас что-нибудь на базе попробуем сделать. А, я вам покажу молчунью, наверное. Лошаденька. Лошаденька. Хорошая. Ушками так делает. Да, хорошая. Arriving shortly at LZ.
Давай, где ты там? Лошаденька, не бойся. Не, ну я обязан вам показать Молчунью. Особенно мне очень нравится, как она проводит время в своей камере. Ну, она как бы из врагов, и типа ей не доверяют, ее посадили в клетку пока что. Вот, типа проверяют ее лояльность. Вот, и она очень, очень интересно проводит время в своей клетке. Вот, но я так понимаю, она свободно может из нее выйти, вот, учитывая ее способности. Сейчас вы поймете, о чем я. Главная база. Нет, вот, на главную базу. Вот, медикал платформа, она вот здесь вот, по-моему, находится. Сейчас мы прилетим. Как же без женщин в играх, созданных японцами, правильно? Без женщин в фан-сервисе. Женщин, которые обмазываются фан-сервисом. Как же без них, правильно? Смотрите, какая у нас крутая база сейчас. Вот, огромная крутая база. И базу можно улучшать, достраивать, то есть все это делать. Всякие платформы новые, то есть, ну, типа за денежки. Зарабатываешь денежки, строишь новые платформы, нанимаешь новый персонал. Ну, такой экономический, немножко экономический симулятор. А песика я вам не показал. Где песик? О, она хорошую музычку слушает. Блин. Извини, чувак, я случайно. Смотрите, как она хорошо проводит время в своей камере. Вы посмотрите на нее. Она даже лифчик свой расстегнула. Нет, вы только посмотрите на эту засранку. Ей в кайф. Ей все норм. Ты в тюрьме, ты должна страдать. Ну, музычку тут слушает. Вот засранка. Ну, вы понимаете, да, что значит обмазываться фан-сервисом? В общем, ладно. Спасибо всем, кто был на нашем этом таком необычном стриме. Две игры за один стрим. Спасибо, что были со мной, слушали музычку, не знаю, подгоняли плотву, теребили змея. Всем спасибо. Всех люблю, всех обнимаю. До скорых встреч. Все будет хорошо. Ей! Всем пока!